конечно, играет в атаке более эффективно. Хотя не эффективно, вот другое слово нужно подобрать. Момент, удар, поворот, и мяч залетает, забивает Дзержинский «Арсенал». Пожалуйста, то, о чем я говорил. И что, по-моему, это Дмитрий Михайлович Осипенко. Отправляется он к Павлу Кирильчику. Ну, это просто счастье. Это просто счастье для Дзержинской команды. Они просто счастливы, как будто неизвестно, что сделать. Как будто Лигу чемпионов выиграли. 1-0 выходит вперед «Арсенал». Центов. Пасевич устанавливает мяч на углу. И здесь, и там тоже есть еще и Жуковский. Возможно, Дмитрий Осипенко уже станет полноценным тренером после этого сезона. Вполне возможно, это заключительный мяч в карьере Дмитрия Осипенко. Поэтому, возможно, мы...